сидел у компьютера, позавтракал и ломанулся в свою баню долбить. Вчера был ливень, даже машину там бросил на поле, потому что хоть и Нива, но не знаю, как обратно буду выбираться, но как-то буду. Сигнал был черный, достал проволочку, за ним какой-то странный сигнал пробивал цветнинку. Достал подковку, в подковке еще даже гвозди остались. Ну, будем считать, что первая находка, и мне сегодня будет счастье. Надеюсь. Продолжать? То есть нашел фундамент, наконец-то нашел его. Ходил, искал, сколько раз мимо проходили. Наконец-то я нашел его. Здесь когда-то была то ли баня, то ли хозпостройка. Железа много черного. При том, что, то есть, скажем так, все перемешано в куче. И современное железо, и старое, и кирпичи. Где-то я сейчас найду с клеймом кирпич. А, вот. И даже вот такие кирпичи присутствуют. ВКТ-39. Спрашивал у ребят в чате, которым нравится заниматься, или, скажем, которые занимаются темой кирпичей, к сожалению, тоже информации не обладают. Вот это, парни, я копнул. Сигнал. Думаю, ну, золото. Блин, 100 пудов закладуха. Часть фундамента. Все. Я богатый. Вы бы знали, какое было разочарование, когда я его выкопал. Я его готов до сих пор укусить. Вот сколько, вот глубина. Думайте сами. Это ямка. Сейчас еще копну, посмотрю там, что на днище, да и домой. На улице уже 6 час, темнается. Я изрядно поустал, да и проголодался. Значит, итоги сегодняшнего моего копа. Клад, который я достал с глубины 1 метр. Рул. Ну, металлолому 30 кг. И еще что нашел с черного более-менее ценно. Это стремя. Но я его сейчас приеду почищу. И ребят спрошу. Ну, вообще представляет из себя что-нибудь ценность или нет. Потом нашел какой-то вот такой... Сначала думал ключ, оказывается, нет, какой-то загигулиной. Нашел какую-то кованую витую детальку. И еще вот что-то нашел. Вот это мне интересно, что такое есть за агрегат. От чего? Вот давайте даже вот так на фоне машины его покажу. Вот такой он. Может даже вот на земле вот так. Во. Темно уже, правда. Вот какая-то хрендовина. Он идет клепанный, кованый. Вот так, наверное, светлее будет. Вот так. Кто знает, отпишитесь. Вот такие дела у меня. Всем доброе-бодрое. Искал холод 100 лет без урожая. Здесь раньше была деревня, на этом косогоре. Начали пахать. Но на самой деревне, в принципе, делать нечего. Потому что там уже хожено-перехожено, бито-перебито. В лучшем случае повезет какой-нибудь кокалик найти. Я посмотрю, наверное, черняшки, если получится клюшку протащить по угору. А если не получится, то пойду в ручье пошурфлю. Вот яркий тому пример, что раньше здесь была деревня. Как и сотни тысяч россиян простых, начал себя ловить на мысли, где бы заработать денег. Впрочем, как, наверное, и украинцев. Если что-то найду дельное, покажу. А если не найду, то уйдет все в мусор. Пойду искать что-нибудь. Сигнал выскочил. Какая-то монетка. Сейчас
я ее покупаю и посмотрю. Две копейки нашел. Чих, не видать толком еще. Покоцано. Такое ощущение, что я кто-то рубил. Но это так, для души. Если тот сигнал монетка, это было больше для души, а это, скажу, вот уже, скажем так, в меркантильном плане я сегодня бензин отбил. Квадрат какой-то, метров 6. А у меня с ним, как назло, болгарки нет. Да, кстати, немножко история. Здесь на горушке была деревня, если меня не изменяет память, 8 дворов. Здесь был конская дорога, а вот здесь был маленький мостик. И уходила туда за ручей дорога. Где-то вот примерно там родник бьет метров 300 туда дальше. Мы всегда с корешем не могли понять, а почему люди не объезжали, а вот здесь корячились. Спускались с горки, поднимались в горку. А потом дошло, что только после того, как в советские времена сделали мелиорацию, и там стала, скажем так, местность более-менее сухая. А так, по всей видимости, там было топко сырое место, и поэтому наши предки решили просто через ручей ездить. Сигнал был хороший, цветной. Нашел подшипник, нашел пробку и думал, что пробка. Но здесь какая-то монетка выпала. Какая-то монетка. Советик. 5 копеек. Сейчас я его вымою, покажу вам. Сходил в ручей, помыл. Оказался пятачок 1928 года. Таких я еще стареньких монет не находил из советиков. Там, по-моему, 32 год находил я. Ну, скажем так, находка ничего не стоит, но для коллекции приятно. Я вообще пяточки люблю. Они мне нравятся. Очередной сигнал был 85-92. Примерно с глубины 20 сантиметров. Что мы с вами находим? Какая-то монетка, по всей видимости, капустина. Сейчас помою, покажу, наверное, капуста. То есть 2 копейки. Копаюсь в кустах, то есть, по всей видимости, все-таки это капуста, царица полей, 2 копейки. Но дома помою, в мыле поотмочу, посмотрю. Непростой этот ручей. Ох, непростой. Ладно, ищем дальше. Поменял локацию. Дело уже к закату. И не выдержал, заехал к старую школу. Сигнал нашел. Сим возился, довозился. В итоге, по ходу пьесы, нашел советик. Да. СССР. Вон автобус рейсовый идет. И что я там нашел? Нашел я 2 копейки. Сейчас посмотрю, какой год. 2 копейки, 52 год. Может быть, и не видать. Ну, маленькая находочка. Сегодня, скажем, коп не задался. Дождь моросит. Вчера уже на потемках выкопал домкрат, который буду восстанавливать. Интересный такой. И выкопал зеркальце. Марфы Андреевны, 1899 год. Ну и немножко лома выкопал. Ну, в принципе, скажем так, сходил, размялся на свежем воздухе, провел время. В принципе, у меня все. Ну, 30 кг лома накопал, потому что часть уже снес. Еще вот здесь остался часть. Скажем так, день не прошел зря, а сейчас поеду я с клещом воевать в теплице. Всем всего доброго.